Приветствую вас, депрессия является клиническим диагнозом, если у вас действительно она, и, соответственно, ее должен диагностировать врач, психотерапевт, либо психиатр. Для того, чтобы назначить вам соответствующее лечение, медикаментозное, как правило, и назначить вам психотерапию по результатам, так сказать, диагностирования. Вот. Депрессия представляет из себя несколько важных аспектов, которые мне хотелось бы раскрыть сейчас, чтобы вы понимали, наверное, лучше природу своего состояния, да? Кто-то говорит, и я согласен с этой теорией, что депрессия — это совокупность негативных глобальных установок, которые есть у человека. То есть есть некоторые негативные установки, которые человек в себе как бы держит, и которые ему мешают, значит, двигаться по жизни, которые мешают ему как-то реализовываться самостоятельно, и которые вообще не дают ему как-то вот нормально действовать и нормально реализовываться в жизни. Негативные установки — это готовность к переживанию по поводу того или иного события, возможно, даже социального события, возможно, это такая вещь, как культурная ценность, может быть, иногда это называется культурной ценностью. Вот. Соответственно, с этого все и начинается. Существует и другой взгляд на депрессию, согласно которому депрессия — это подавление своих желаний. Или сценарий без радости. Сценарий без радости связан с тем, что человек подавляет в себе то, чего он хочет, человек подавляет в себе то, чего он желает, и в итоге живет достаточно безрадостной сферой неинтересной и негативной жизни. Соответственно, на подавление своих желаний у человека имеется разрешение, на подавление своих желаний у человека имеется стимул, и этот стимул нужно разбирать, опять же, и разрешать, соответственно, человеку делать то, что ему нравится, то есть не подавлять свои желания. Вот. Ну, Геннадий, что я могу сказать? Если у вас действительно депрессия, то вы как-то уж очень странно отнеслись вот к, ну, к презентации своей проблемы, потому что
ничего вы не рассказали о причинах, то есть просто сказали, что причины есть, но какие конкретно не указали. И исходя из этого, я полагаю, что вы сами понимаете, что от депрессии так вот за один ответ, наверное, не избавиться. Нужна работа со специалистом. Вот. Соответственно, выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе и начинайте работу по выходу из состояния депрессии. Но перед этим обязательно обратитесь к врачу для того, чтобы он диагностировал у вас клиническую картину депрессии и назначил соответственные препараты, дабы вам было легче работать с психологом и проходить психотерапию, дабы вы ее лучше принимали. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.